Всем привет, вы на канале Удивительный мир игрушек. Сегодня распакуем такую коробку шоколадных яиц серии Monster High. Там попадаются у нас с вами такие вот фигурки. Причем, как я вижу, какие-то есть обычные, есть какие-то зеленые, может, светящиеся, не знаю. Давайте откроем и посмотрим, что же нам там попадется. Итак, открываем. Сколько у нас здесь шоколадных яиц, я даже не знаю. Давайте посмотрим. Первый раз, два, три. Итак, 4. 12 и 12. То есть у нас с вами 24 шоколадных яйца. А в серии у нас... В серии я даже не знаю, сколько у нас. Ладно, наверное, надо одно открыть и посмотреть. Итак, пошли первый у нас. Первое у нас, так, шоколадное яйцо открываем. И у нас с вами вот такой вот, кто у нас здесь попадается? Попалась летучая мышь. Так, давайте, такая вот летучая мышка попалась. Пластиковая, резиновая, наверное. Так, посмотрим, кто у нас здесь. У нас есть, получается, зеленые они или это... Игрушки светятся в темноте, завораживают взгляд. То есть, получается, они все, что ли, светятся? Ну-ка. То есть так. Ну-ка, сейчас проверим. Не знаю, у меня пока не светится. Может быть, я... мне кажется, это не она. Ну ладно, давайте дальше открывать и посмотрим. Кто светится, а кто нет. Так, следующий у нас. Опять летучая мышь. И что, все летучие мыши будут подряд? Так, все то же самое. Следующим. Опять летучая мышь. Так, у нас что-то подряд идут одни летучие мыши. Ну-ка, давайте возьмем отсюда. Может быть... Что, целая коробка летучих мышей? Так, открываем. Здесь у нас кто? Так, нет, это не летучая мышь. Это у нас уже рыбка. Фигурки такие прям вообще маленькие-маленькие. Так, ну они, наверное, все светятся в темноте. Должны, наверное, постоять на свету. Может быть, там фосфорные они или какие-то. Итак, в общем, у нас три летучих мыши, одна рыбка. И пока давайте посмотрим дальше. Кто у нас следующее, четвертое. Так, вот здесь вот наконец-то уже какая-то фигурка хоть попадается, то эти животные. Так, это у нас такая вот Monster High. Ставим на подставке. И, кстати, здесь уже, вот они, здесь уже другие у нас. Собери коллекцию персонажей Monster High. Нам попалась вот такая вот. А здесь это их любимые питомцы. То есть, получается, у нас попадаются, есть отдельно, попадаются вот такие фигурки, которые фосфорно светятся в темноте, а есть, где попадаются просто. Ну ладно, давайте дальше открывать. Пока мы открыли только... 5, 6, а нам надо еще много. Так, а вот она, Monster High другая, которая светящаяся. Все, в общем, разобрались. Прозрачные фигурки у нас светятся в темноте, а непрозрачные это. Хотя внешне мне нравятся пока красочные. Вы даже представить не можете, какой запах тут шоколада пошел. Так, кто у нас здесь? Это у нас сова, тоже светится в темноте. Так, давайте дальше распечатывать. А сейчас положу сюда. А это у нас под шоколад пойдет. Итак. Все, навел немного порядок. Продолжаем дальше открывать. У нас в основном что-то попадаются. Это у нас такая собачка. Давайте поставим их сюда.
Три летучих мыши у нас с вами. Ой, сколько открыли? 4, 6, 8, 8. То есть у нас еще осталось 2 раза по 8, 24 получается. Или даже, ну да, еще 16. Открываем дальше. У нас попалась собачка. Такая же. Следующая. Так, я, кстати, заметил, тут есть, смотрите, такие яйца и такие. Может быть, это просто, либо действительно есть там в чем-то различие. Кстати, я не смотрел на этот момент. Нет, мне кажется, различия никакого нету. Филин попался. Сова. Дальше. Здесь попалась змея. Так, смотрите, получается у нас даже не светящиеся редки, а наоборот фигурки. То есть, как бы типа они все светящиеся, но бывает попадаются не светящиеся. И, по-моему, они попадаются реже. Либо верхняя часть была у нас со светящимися. Не знаю, пока сложно сказать. Так, еще одна светящаяся попалась у нас. То есть у нас уже два персонажа Monster High. Так, отодвинем. Поближе передвинем фигурки. Мне интересно, все-таки они светятся в темноте или нет. Так, продолжаем дальше открывать. И у нас собачка опять. Что-то у нас прям попадаются одни светящиеся. Опять светящиеся. Так, ну это что-то прям какой-то вообще. Все светящиеся попадаются фигурки. Ну, не сомневаюсь, еще светящиеся. Дальше. То есть у нас с вами попалась только одна. Не светящаяся. Рыбка. Тоже светящаяся. Дальше продолжаем. Еще одна рыбка. Так, у нас с вами осталось 6-7. 7 яиц. И у нас с вами получается результат такой, что все фигурки, практически все, светящиеся. Еще один барбосик светящийся. В общем, ребят, когда покупаете, знаете, в основном попадется. Так, либо мне так везет. Светящаяся собачка. Дальше. Опять светящаяся рыбка уже. Дальше продолжаем. Осталось 4 яйца. Рыбка опять. То есть вначале у нас были летучие мыши, а в конце идут рыбки. Опять так, собачка. Мне складывается такое впечатление, что это просто супер редкая, которая цветная, а все остальные у нас обычные. Филин попался. Так, и у нас осталось последнее. Шоколадное яйцо. Давайте его откроем. И посчитаем статистику. Кто нам попался из 24? Так, здесь у нас фигурка. Monster High. Итак, Monster High у нас попались две такие. Это они же? Вроде они же. Так, такая с косичками. Такая и такая. Все остальные звери. А, так, берем бумажку. Давайте поближе.
на фиту. И у нас получается звери все, филин есть, рыба есть, собака есть, змея есть, летучая мышь. И монстр хай все. Так, а кота нету, по-моему. Да, представляете, кота нету. Он же столько открыл, столько повторок, а кота нету. Смотрите, змеи у нас 2. Змеи летучих мышей в самом начале 3. Филинов 1, 2, 3. 3 филина. Рыб у нас 5. Собак у нас 6 получается, да? 6. И 5 монстр хаев. Из них 2 повторки. Да, смотрите, то есть из 24 не попалось ни одного кота. И все, в принципе, светящиеся, кроме... Вот такая вот там, кстати, бумажка попалась. Нам попалась вот такая вот. Остальные все у нас вот такие светящиеся. Так, давайте посмотрю, они хоть светятся в темноте? Ну, не знаю, у меня пока не светится. Ну, в общем, вот такая статистика. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.